проблема каждый третий суки затащить меня в постель из Мерседеса. Проблема каждый третий суки затащить меня в постель из Мерседеса. CLS валю из АК-47, я знаю, что такое трэп. Йоу, what the freak is up, чувачки? Йоу, ребят, с вами Джон, however, и это новый видосик. Что я слушаю на данном этапе, да, своей жизни, в данный момент времени, что я слушаю. Но перед тем, как начать, чувачки, чекните, Свега присутствует сегодня, но и это еще не все. Окей. Чуваки, обновленные шортики с того года, которые вы все ждали, нахуй, дропнутся на этой неделе. Это видео выйдет в понедельник, и, наверное, в середине недели где-то выходит дроп вместе с этими футболочками и худи. Свега присутствует. Шортики в разных цветовых решениях, чуваки. Новые, обновленные, с шикарными кармашками, чуваки, с молниями. Кармашек сзади, вы уже знаете. Ну и Свега присутствует, чуваки. Это необычная надпись. А, я не знаю, вот, кстати, сейчас вроде немножко видно. В общем, она переливается, окей? А на черном варианте светоотражающая надпись выглядит очень сексуальненько, нахуй. However.store, дропнется это все дерьмо на этой неделе. Смотрите, не проспите у меня. Потому что, блядь, в том году, например, шорты очень многие ребята проспали и плакали. Прям писали мне, видосики записывали, как плачут чуваки. Поэтому, чуваки, life is great. Несколько цветовых решений здесь, несколько здесь. Свега присутствует, however, шортики. Вы уже знаете, идите копайте свое дерьмо. Как узнать, когда дроп? Подписывайтесь на мой телеграмчик и инстаграмчик. Окей? Сука. Пап! Что я слушаю сейчас, ребятки? Вам всем наверняка интересно, как всегда, Джон, что ты слушаешь и так далее. Сейчас мы пройдемся по списочку тречков, которые вот на данном этапе я слушаю или слушал, и о чем-то хочу, что-то хочу обсудить. Первое, что хочу вам показать, это новый трючок от Нардо Вика, чуваки. Чекайте это дерьмо. Бля, этот чел примерил флоу абсолютно всех уже на Западе, но... Пожалуйста, почему нет? Окей, чуваки, если серьезно, то Lil Durk с Джей Колом фиточек All My Life. Показывать его я не смогу полностью, но трючок полное мясо. Йоу, чуваки, это просто гимн, шикарный гимн, охуенный трючок. Такой раз в годе где-то выходит, знаете, такое мотивационное дерьмо. J. Cole, Lil Durk, абсолютный бенгер. Клип я не могу много показывать, потому что если я нарушу авторские права, мне видосик полностью заблокируют. All my life. Короче, послушайте, посмотрите этот клипецкий с VPN-ом. И Lil Durk, и J. Cole очень, как всегда, супер сумасшедший флоу. На тот момент, когда это видео выходит, у Lil Durk уже дропнулся релиз. Обязательно его послушайте, походу там будет миско. Так вот, да, очень запоминающийся припев. Тречок мне очень-очень-очень сильно нравится, окей? Следующее, о чем хочу сказать, это то, что мне понравился тречочек Platinum Goblin Flow. Goblin FM, I'm sorry, окей? Эй. Или деньги. Потерял башку, опять влюбился. Я был готов на все за эту дырку. Ебал ее всего пару раз, не знал про парня. Она отсосала мне, ты взял ее обратно. У меня проблемы с головой, это правда. Правда, это правда, чуваки, возможно, да. Платина говорит, что у нее проблемы с головой в новом тричке Goblin FM. Не знаю, мне этот тричок нравится чуть ли не больше, чем Sosa Music. Хотя Sosa Music давно не слушал. Короче, Goblin FM прям зашел. И вайбик вот этот Goblin, вся вот эта анимашечка, я не знаю, как-то прям охуенно он так залетел, знаете. Со своим синглом Платина Goblin FM. Мне понравился трючочек, окей? Летим дальше, и у нас... Нас благословил Нелли Чопа и Рас Миллинс. Мы можем этот трючок слушать, и нас не банит, чуваки. Нелли Чопа шейкит. Трючок уже давно вышел, но... Вайбик хороший. Шейк.
Когда я трещок включаешь в клубе, чуваки, вы должны знать, ребятки хорошо разъебываются под него, окей? И Расмиллинс. Чё сказал, она любит бриллианты. Я полностью в них покрыт, нахуй, Расмиллинс говорит. Это факт, ее. Посмотрите на его кольца, бля, они стоят как квартирка в Москве, окей? Йоу, мне очень нравится тот факт, что Energy Chopper пипец пытается рушить все границы. У него с Рондо Соса, по-моему, вышел клипецкий недавно, да? Правда, я его не вижу тут в фиде. По-моему, с Рондо Соса он тоже сделал клип. Не по-моему, а точно, чуваки. Идите, посмотрите его тоже. Energy Chopper молодец. Меня он прикалывает. Многие к нему на Западе несерьезно, типа, относятся. Не знаю, я факую с этим типом, он делает прикольно. Блять, сука, этот чел сделал вот так. А его жизнь, we take, его жизнь мы забираем, па-па-па-па, забираем, и мы пошумим в новостях из-за этой новости, окей? Из-за того, что они кого-то чинг-чинкнут или застрелят, окей? Ну и чопа с треком Shake It на фите Расмиллинс, шикарный вайбик я получаю от этого тречка, окей, чуваки? Next, what we got next? Давайте чекнем это дерьмо, что у нас дальше. Бля, уставший выгляжу, чуваки. Аллергия заебала, посмотрите. Next, what we got next? Мне бы что-то не забыть. Вот этого типа, я включаю его припев на ебучих. Я с утра ебал Полину, а в обед долбил Кристину, и вчера курил сативу. На этом, включаю на сетах, чуваки, меня так разъебывает этот припев, чекайте. Выпить сектор пис, ебать порнобас. Воровал, ворую, и буду воровать. Буду воровать, буду воровать. Торговал, торгую. И буду торговать, буду торговать, буду торговать. Воровал, ворую, и буду воровать. Буду воровать, буду воровать. Йоу, пацаны, отвечаю, послушайте этот припев раз 20. Вы его, блять, будете неделю петь, отвечаю. А Айсгергерт, да, правильно? Типок набирает, типок потихонечку набирает, вот увидите, я думаю, что все у него будет заебись. А этот тречок Грабитель 78, и последний тречок у него вышел вот этот. Сука, припев тоже. Тип очень круто научился делать припевы, я так понимаю. И проблема каждой третьей суки затащить меня в постель. Из Мерседеса CLS валю из АК-47. Я знаю, что такое трэп и пару актуальных схем. Проблема каждой третьей суки. Напишите, что для вас эта фраза значит, да? И какая проблема у каждой третьей суки с вами, чуваки, в комментариях. Айсгергерт. Вот этот трючок Block Baby Trouble. Очень нравятся припевы. Прям, знаете, они супер легкие, супер быстрые, супер запоминающиеся. И поэтому они разъебывают. Вайбик появляется, как-то настроение увеличивается, когда я слушаю эти два шикарных припевчика. И типок, надеюсь, что стрельнет, чуваки, потому что он такой, ну, мне нравится на характере такой, знаете, мотивация, все, чего поймал. Удачи ему. Много сегодня, кстати, всего. Мы вот так вот скотчем. Чуваки, Lil Skazi, Bass, New One, реально. Дроп, клипецкий. I got a few ones. Что же он говорит? Я думал, few ones он говорит. А, да, он так и говорит. I got a few of them. Типа, мне пох на эту суку, у меня их несколько. Окей, блядь. Просто few of them. Я сначала думаю, что? Окей, короче. Lil Skazi Bass, мне очень нравится трек, мне очень нравится, что это дерьмо можно посмотреть в России. Очень легкий текстик тоже, но мне нравится, как Lil Skazi залетает, мне нравится, что это соло-трючок, он говорит, что все в индустрии фейк. Удачи ему. Он и я, we not the same, he making minimum wage. Он зарабатывает минимальный размер оплаты труда, чел.
мы с ним не одинаковые. Ну, конечно, Lil Skies, еще бы, ёпта. У Lil Skies за пару миллиончиков долларов на аккаунте, на банковском, да, лежит, я думаю. А то и там 5, возможно. Короче, он в порядке будет уже до конца жизни, на самом деле. Если он не проебет все, бля, я так понимаю, он умно поступает с деньгами. Почему-то у меня такое ощущение. По крайней мере, я не вижу, чтобы он там дриповал жестко и так далее. Мне кажется, он все так запаковал и все в порядке. Не знаю, посмотрим. Lil Skies Bass, чуваки. Я надеюсь, чел дропнет пластиночку в этом году, а он должен. Очень будет интересно послушать. Lil Skies люблю всей душой. Кто еще не видел интервью на 21 Studio, посмотрите его. Я там говорю немножко про этого ублюдка. Ой, да, он приезжал в Москву, было время, чуваки. Было время. Хочу вам показать вот этого типа Disturi. Смотрите. Бля, это новый свэк. Типы, когда вот знаете, им так очень ровно делают прически. Там у них немножко мертвой кожи остается. И они, блядь, это не убирают, чтобы показать, что у них супер-супер фреш-кат. Это выглядит так мерзко, когда ты об этом думаешь, блядь. Но вот он это делает, чекайте. Йоу, чуваки, чекайте на эту хуйню вот тут вот, бля. А, как это мерзко немножко. Бля, как они двигаются охуенно. Pop my shit, big flex. Fuck a good man, can't remember me. He boiling up the Hennessy. Fuck a little bit out of Tennessee. I think her name was Kimberly. Maybe I think it was Emily. She said I added you to the... Чел не может вспомнить, какую телочку он трахнул, окей? Но больше всего мне нравится трек, который у них жестко разлетелся. 18 лямов. Чуваки, чекайте. Слышите, они с битом что сделали? Звук пушки, да? Жесткие типы, на. Смотрите, как он сейчас... Вот, смотрите, мне очень нравится, как он залетает здесь. Такой вайбик у него. Очень нравится, не знаю, почему. Хип-хоп соуса очень много. Бля, чуваки, вот я не знаю, как у них это получается. Вот чекайте, тип. Я не ебу, что это за треники. Просто худи Under Armour, блять, поверх. Ну ладно, там Moncler, да, я так понимаю. Да, базара ноль, чел. Базара ноль. Ну даже без этой хуйни, вот он все равно выглядит как-то, бля, фреш. Я не знаю, бля. Я не знаю, как у них это получается, отвечаю. Короче, вот такой вот типок. Disturi. На самом деле, тречок старый. Просто решил вам показать. Кому-то показывал на стримах, по-моему, его. Но не всем, понимаете, да? Дальше, что вам хочу сказать. Вот эти типы. Они большие молодцы, с типами знаком. Очень понравилось. Очень свежие типы в индустрии делают стильно. Мне это очень нравится. Липстик, я наношу на себя липстик. Она сосет мой рот, и ей что-то кислит. Я высоко, это запутанные мысли. Киллстрик, французский шопинг, он тяжелый, это киллстрик. Твой уровень для меня заметно. Русский шопинг, он тяжелый, это киллстрик. Что за хуйня, пацаны? Но делают вайб. Пиздец делают, очень жесткий вайб. Этот клип полное мясо, чуваки. Типов сейчас потихонечку узнают. Sky Angel и Nine Mice, да ведь? Nine Mice, правильно? Lipstick и вообще релизики, да, у них. У Sky Angel уже после релиза совместного дропнулся релизик. Кстати, сейчас поговорю про него тоже. Твой уровень для меня заметно маловат. Да, электрик минимум лячий киловатт. 2 секунды бита и я нуля достой. Окей, окей, я в лейбе тихо имею весь тик-ток. Yeah, I'm through side of tones. Папа леди, и теперь I'm in my zone. Ты знаешь, это хавало. Осталось тени. Бля, охуенно, чуваки. Мне прям пиздец нравится, вот реально. Lipstick, прям вообще топ 10 русских треков в этом году для меня.
смело. Дальше Кайанджело, трючочек Прада Пати. Я когда послушал релизик, говорю, бля, Прада Пати is the one. Типок сделал на него клип. А вот это место, вот это место, чекайте. Меня не любят, ты в России. Летаем прямо, говорим в такси. И всех под ней под рук Москва Сити. Спит, спит, мне похуй, спит. Не похуй, ведь мне я прижал. Мне я прижал, в это Prada Party. Мне я прижал, в это Prada Party. Пригласили на Prada Party Кайанджело. Типы двигаются по какой-то модели индустрии, я не знаю, что они там делают, но они делают, по-моему, все успешно. Они делают это настолько успешно, что вещи их стоят дороже, они выглядят и одеваются дороже, чем среднестатистический русский рэпер, чуваки. Кайанджело, Nine Miles, типам удачи, потому что делают соус. Делают соус, чуваки, послушайте их тоже. И дайте им попробовать, понравится вам, окей? Вначале вы там можете, типа, такие, а, блядь, нахуй. Но все четко, пацаны, все четко. Бля, знаете, что нужно сделать, чуваки? Нужно сделать новое видео, слушаю тречки с нулями просмотров. Именно клипы. Хочу ребят каких-то засветить. Последнее видео мне очень понравилось, оно собрало очень положительные отзывы, поэтому, скорее всего, в июне, там, я сделаю такой видосик. Кого-нибудь потяну. Кстати, сейчас Токсис еще начал стрелять. Бля, так рад за этого типа, чуваки, вот Токсис. Пускай его слушают молодые типы. Ну, тип настолько заслуживает, он так давно пытается. Токсис тоже заметил, вот начал мемы собирать. Молодец, молодец. Он очень большой, умный пацан и большой молодец. Видел подкаст у Джо Рогана, чела зовут Джелли Ролл, но послушайте, что он делает за музыку. I'm just a long-haired son of a sinner, searching for new ways I can get gone. I'm a Вот такой есть типок Джелли Ролл, тречок Son of a Sinner. Забыл вам сказать совсем про Destroy Lonely релизик, парочку тречочков. Ну такой чисто супер вайб, нормально он в принципе продался, маловато, наверное, все-таки я думал побольше продастся, но в России прямо очень слушают и... Тречки не буду включать, Destroy Lonely релизик, я знаю, знаю, знаю. Последнее, что хочу сказать, Oh Jeezy дропнул для меня альбом года. Не знаю, ну ладно, не альбом года, но Jeezy World 2, Oh Jeezy. Я так люблю этот вайб, вот поэтому я и Friendly Tag, когда слушал, я такой типа, оу, да, нахуй, let's go. Когда первый раз услышал Саню. Так вот, Oh Jeezy дропнул релиз, охуенный, не знаю, мне очень нравится. Тоже вайбово. Two Guns on me, Max Payne. Йо, трек называется Max Payne. Кто играл Max Payne, он там бегает с двумя пушками, типа. И Oh Jeezy говорит Two guns on me, две пушки на мне, Max Payne. Типа, отсылка на Max Payne, при этом максимальная боль, потому что две пушки, ну, бля, больнее, чем из одной стрелять будет, окей? Okay? I remember hearing lists, my first thing. I just hopped out the bus, then I hopped on the stage. I just do what I does, and they hopped on my way. Мне не нравятся суки бедные, мне нравятся суки только, которые много зарабатывают, говорит Oh Jeezy в своем тречке Tour Bus. Дальше вот этот тречочек. Дальше, тречочек Chromehearted с Тайгой. Есть клип, клип говно. Поэтому слушаем просто трючок. Кто-то скажет, что Тайга старый, хуй, блядь, не знаю, он тут разъебал, мне похуй. И Oh Jeezy здесь тоже очень хорош, чекайте. Мне нужен смоук, как будто я Боб Марли. Мне нужен дым, типа, мне нужна разборка. Но при этом дым, как Боб Марли, потому что Боб Марли много курил. We ain't sipping no Bacardi. Ты думал, что мы броуки? Мы не пьем никакой Бакарди. Ну, скорее всего, там алкоголь жестче. Ты что думал, мы лакин? Нет, у нас пистолеты прямо на тусовке, нам похуй. Oh Jeezy, вот такой вот релизик. И у Тайги хороший тут парт. Чекать флоу.
runway, bitch, run me my flowers. Тайга говорит, мне нужен мой респект. Где мой респект, сука? Последний трючок у Джизи, First Day of School. Чуваки, все 1 сентября слушаем этот трючок. Включаем вот этот вот клипецкий прямо на линейке, чуваки, на большом экране. Всем в школе показываем. Fresh like the first day of school. Gas pack, we just rolled up some fuel. Popping bottles, got Moscato in the zoo. She wanna fuck, but I'm just trying to keep it cool. Это его учительница, если что, чуваки. Что он говорит? Он говорит, я свежий, как будто первый день в школе. На 1 сентября все всегда в свежем, в костюмах, в чем там ходят, бля. Я бы одел какие-нибудь Джорданы. Ах, короче, да. Fresh like the first day of school. Чуваки, надеюсь, вы тоже у меня будете всегда fresh. Как будто это первый день в школе, нахуй. Бам-бам-бам, подлезали, залезались, одели шикарненькие шортики. However, stop playing with me. Или футболочка свага присутствует, и все. Отлично, окей? Okay? Вот так вот быстренько мы пробежались, чуваки. Все, что вам хочу сказать, чуваки. Понимаю, что обзоров на Запад мало. Но вы смотрите вот в таких нарезочках, что я слушаю, чем заряжаюсь. Все там же нахожу. Короче, в любом случае... Всех вас люблю, всех вас ценю. Спасибо всем, что вы со мной, что меня поддерживаете. Короче, за все реально спасибо. Вас всех люблю и обожаю. Джон Ковер был здесь, теперь я улетел. Подписывайтесь инстаграмчик, телеграмчик. Будьте со мной поближе. Пауз, чуваки. Все, чуваки, всех обнял, всех приподнял, всех люблю. Джон Ковер был здесь, а теперь I'm gone, мужички. Бух.